Пошли, командир. Еще бабушке Рафине сюда позвали. Ну, не знаю, придется. Вот устроили сидеть. Программа, что будет? Скоро будет. Сегодня 12 июля 2014 года. Вот мы пришли на костер картошку печь. В дальнейшем будем песнопение духовное петь. Вот у нас гости приехали. Два. В лагере идет колокольный звон. 15 миллионов Маргарет Тэтчер сказала, хватит, чтобы обслуживать железную дорогу и облететь. Самый непокоривый народ. Сейчас Гарвардский проект сотрясил. Разрушение Союза произошло, теперь разрушение России. Ее рубят пополам Татарстаном. Это уже никакой не секрет, ничего. Значит, здесь земли, уже карты идут, куда что разделено. Сейчас какая Америка. Мне один момент был непонятен, почему юг до Москвы идет для Турции. Но нынче мы больше 1000 километров пошли по Турции. Благой вестью ехали. Я увидел этот народ какой трудолюбивый. Справедливо. Они достойны. Турки. Хороший народ. Трудолюбивые, какой у них порядок. Вот эта вот местность, они ее разглаживают как зеркало. И рис, и вода стоит как... Дальше вот так вот повыше, следующее зеркало. Опять повыше, то есть где неровное место выравнивает. Это рисовые поля, небольшие, там гектара 2, 3, 5. Как работают они? Вот говорят, мы христиане, а они мусульмане, и тут ничего подобного. Где бы мы ни стали молиться, а мы открыто молимся, ни один не подойдет, не тронет. Наоборот, старается чем-то помочь. Но когда русские появляются, всю пакость доворуют, как к ним относиться? Это и понятно. Мы сами себе создали биографию. У них очень туризм развит. Едешь непрерывно, кемпинги. И люди вон из лагеря побежали уже. Бегут. Да. Так, вот сейчас что-то хотел, забыл, сбился. Мы вот дошли до юга Греции. У нас же тоже народ. Ну как народ? У нас народ ездит какой? Какой? Которые пальцы гнут, да. Туда едут. Да. А вот которые пальцы не гнут, вот тут гнут. Да. Вот из-за этого Россия. Да. И вот они, представьте, показывают курорт. Русские. Ну, везде люди отдыхают, появляются русские. Пьяный в рот, в нос, вот. Падает в бассейн. И теперь уже, когда едут, выставляют, значит, если там русские, русские, значит, обходят. А зачем мы будем терять клиентов-то? Они тогда так, русским не положено, здесь в другом месте сидеть ищите. То есть хамье, безобразничают. Русские женщины приезжают, вот как будто на каждую ночь нового мужика подавают. Да где это видано? Распутство такое, приехали в Таиланд, это, я не знаю. О, Ваня первый. Из этой, ну, ближе к Кенертау так. И их предупредили местные работницы ночные, бабочки. Тут занято все. А они вышли, жезлонки эти, ну, кресла развалились и все, я сказать, ждут, придут мужики. Ну, мотоциклист подъехал, два выстрела, обои сразу на смысле. Увозите. Ну, это все в газетах было, перепечатали. Все, остальные затихли. Они разговаривать не умеют. С ними спорить не надо. А когда мы приезжаем, мы молимся, мы дарим книги, мы беседуем. А отношение совершенно другое. Что о них говорят, там они злые чеченцы, режут голову. Я не опровергаю, но к нам отношение другое. Мы приезжаем туда, как родные братья. Три раза только в Чечне были. От Рамзана Кадырова получили благодарность. Это что-то стоит? За книги, которые мы привезли. Книги мира и любви. Это мне Господь позволил 38 томов написать книг. Каждая книга 750 страниц. Вот в урывке в библиотеке мои книги есть. А я что-то... Ну, я в библиотеку-то не хожу. Ну, сходите. Так. Поинтересуйтесь. Все, не досуг, да некогда, а то и... Машины ваши идут. Ну, это Геннадий едет. Лагерь трогается. Геннадий едет. Вот сейчас Володя картошку нам приготовит, он тут. Это кочегары. Это дети с лагеря, да? Деревенские. Да, это из деревни пришли. Деревенские, так, да? Подожди. Деревенские? Ну, часть лагерных. Ты на столешку ногами становился. Ты зачем охотничаешь? Иди нарви травы, протри все скамейки до одной. Все? Давай быстрее. Все, и после все. Этого сядешь и никуда не сядешь, будешь сидеть на последнем. Люди сидят, он залез ногами.
Давай рви хорошую траву, протирай. Сейчас не пройдет мимо такой. Ногами наступил, уж сами. Сейчас исправление называется. Ваня, давай, я тебе уже замечание делал, вы не послушаете. Вот вам и наказание сейчас. Я в плащике. Дядь Володь, я в плаще. Плаще. Вообще, да. Давно их уже никто не чистил, и все ждали, кто первый встанет. Нет, да. Все-таки ваш брат получше был, чем да. Понятно. Все, кто обличает, те плохие. Алексей, запомни. Добрый вечер. Добрый вечер. Потеряюсь. Виктор. Да, брат. Виктор. А не потеряюсь ли? Нет. Николай. Ведро воды я взял, две кружки. Вот который приезжает Геннадий Павлович. По соседству живем. Наш традиционный добрый костер. Не опасаемся. Добрый вечер. Так, приходи сюда. Убери ее с дороги. Осторожно, их надо убрать просто с дороги. В погоне нельзя на костер приходить. Почему ее так одели? Любая искра прожигает. Что угодно сделайте. Или другое наденьте, или сбегайте на что там, брат? Это запрещено. Во-первых, тело... На соли, да. Это Виктор, да где гитара? Уже весь народ подошел. Она плавит. У нас правила на все. Ну, вывешено. Они первый раз приехали, не знают порядка. Колготки это правильно. Не одела, вот тут надо было. Вот это два человека, завтра будут крещение принимать. Приехали. В Барнаула. Вот это Андрюшин брат. Вася. А вот старший его, которому белая рубашка, это в Новосибирске живет, переезжает по Тереевку. Алешка. Ну я был у них, когда в Новосибирске. У нас ребята хорошие. Вот Алешку его проверяли там соседи, всех, какие у него служил в президентском полку. Это он же последний, Валентин Алёшка, нет? Вот последний Ося прошёл. Ося? Вот воровка, вот дальше все. А, ну. Ося. Да, конечно, маленький Ося, вообще-то маленький был. Вот маленький, правильно, но растут. Растут. Растут и очень быстро. Вот, видишь, приходят к нам дорогие гости. Угу. Проходите. Сейчас там костер, и все, хватит. И дыму, и огня, а потом картошка. Проходите, садитесь. Пускай тут дым. Вот. Еще кто там подъехал? Ага, он из деревни. Сергей с двумя собаками гонит. Вон он. А, ну. Ух, какие. О, главный атрибут, гитара. Сейчас. Вот это вот бежит собака, это чемпион России. Это не просто собака, а собака на всю Россию известная. Он прошел от Тихого океана до Португалии с нами. Он за выучку. Черный, который черный. Ураган! Я говорю, это ко мне! Это, мы, как, ко мне! Мы тот раз были же, ко мне! Собаки там. Да конечно, овчарочки. Да, конечно. Да, это овчарок. Ох, красавица. Е-мой золотой. Вот который на морнике, он и есть. Красавец такой. А что этот молоденький? Это молоденький, да. Молоденький. Он на морднике, он не тронет. Он даже на вас не посмотрел. Он даже не видит. Он ищет стоимость, снимет на морднике. Но без хозяина я не могу. Хозяин вон едет, кинолог. Не надо снимать. Профессиональный дрессировщик. Это не те собаки, которые кидают. Видишь? Я ему комары съели. Иди сюда, иди скорее. Сережа! Иди, сними с него, поезжай. Слушай, а у меня же в машине там, по-моему, не есть. Я говорю, не снимайте, мы боимся. Вот, можешь снять? Давай. Ой, все, сняли, поиграем. Ну, игра, давайте. А если она укусит? Да, ну. Кого-нибудь? Она укусит, заплатим. Чего заплатите? Вы натираете, это вредно. А что это такое? Валенин. Вот ему не понравилось. Не знаю, валенин, а остальное все через кровь. Вы просто будете страдать от этого. Ничего не надо. А самое большее это возьмем. Надо подкинуть костер. Скажи ребятам, что принесли. Ребята, в костер подкиньте. А сам подкинешь, им не давай только. Нестор, Ваня, подкидывай, принесите веток. Сейчас мы провоняем. Ваня,
Картошка у тебя печет. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушным. Бог-то у нас нету сына. Все помню, черт, ну я на поменяю. Нет, как спой, тебя жду. Батюшка сказал, что... Озеро надо бежать. Нету? Ну слов нету, но я помню. Ну давай. Да вон озеро. Да вон озеро. Да вон озеро, дядя! Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты, деревня дорогая, встречаешь Господа Христа. Но ты, деревня дорогая, встречаешь Господа Христа. Пасхальные слышны молитвы, и раздается песнь вокруг. Христос воскрес, и с Ним мы живы воистину. Воскрес Он, друг, Христос воскрес, и с Ним мы живы воистину. Воскрес Он, друг, я не хочу судьбу иную, здесь я облёкся во Христа и не оставлю дорогую я деревеньку никогда, и не оставлю. Так много славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, о, потеряевка моя. В моей судьбе ты стала главной, о, потеряевка. Я, брат, с тобою, друг, я Пасху встретил, Христу воспел. Я, брат, с тобой, кто не познал Христа Иисуса, вам возвещаем о любви. Голгофы струи льются, и мимо грешник не пройди. С креста Голгофы струи льются, и мимо грешник не пройди. Да. Yeah.
Володя, ты всех проследил. Проследил. Расчувствовались. Володя. Люда. Володя, картошку надо. Я не вижу, сижу в поле. Ну не плачь, ты тоже. А возвращение в родителей? А возвращение проходит? Давай, картошку, ты его сейчас съем в утешение. Картошечку не надо. Песня называется «Возвращение», о благовестниках, когда они возвратились. Кто-то едет летом отдыхать, море, пальмы, бары, рестораны. Но жизнь дана Христа нам здесь познать, в сторону прельщения обманы. Трое благовестников пути возвещали людям путь спасения, а четвертый чемпион страны, лучший пес, и в этом нет сомнения. С возвращением встречают друзья, и на улице наше веселье. С возвращением благовестие Христа пронеслось до края вселенной. Дальняя дорога города, разные народы и столицы, посетили много государств, видели мы радостные лица, где земная радость на лице озаряла светом благовестия. Видели мы братство во Христе, и души словно белые невесты. С возвращением встречают друзья, вознесем благодарность мы Богу. С возвращением родная земля принимает сынов своих снова. Испытаний много на пути, вот сломалась наша колесница. Боже всемогущий, помоги, надо нам усерднее молиться. Руки брата Господи направь, людям к сердцу проложи дорогу. Ветхое ненужное исправь, и чтобы не взимали денег много. Благовестие так много преград устраняет Господь своей силой. Благовестие наши ноги спешат покорить всю Европу, Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Копенгаген. Вот дела не выдержал мотор, возвращаемся в родную гавань. Ты, Россия, нас скорей прими, стройные березки и равнины. На Алтай в июле мы зашли, видно, как желтеют божьи нижи. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Воспоем мы осанна все дружно. Каждое лицо высветите. Володя разгребает, повернись на него. Так, пока картошкой займитесь, летят.
Эх, Володя. Когда мешает, то не ходит. Картошка, объедение. Ну вот ты прямо это. Уж это. Михаил. А кто включал воду в бак? Я включал. А кто бачка, знаете, как Сергею. Сергей уехал. Сергей уехал. Включать? Да я выключил уже. А, ну зачем выключил? Она дошла до краю. Я Сергея просил. Надо было Виктория пойти. Да, есть все картошки. Работа. Работа? Вот они. Да, пожалуйста. Операторам трудно работать в дыму-то. Ну, приходится. Ну что, ну давай. Ну-ка. Говорили половинку, Витя, я утром оторвался половинку. Что ты там? Это чудо. Картошка еще не печет. Стой, стой. Картошка, давайте, держите. Отойди, пожалуйста. Ваня, отойди, пожалуйста. Ребенок. Не надо так много. Сколько можно? Ну да. Дайте отдохнуть человеку. Эй, смотри, подыграйте, который называется «Грузунская кайфует у костра». Есть. Подыграйте, который называется «Грузунская кайфует у костра». А тебя бы лучше каркую приблизила к спине. Ваня, Ваня, как барабаш едет. Барабаш, барабаш. Ваня, картошку дай. Ух ты, наконец-то, барабаш едет, барабаш едет. Баян едет, баян. А Кирина с папой сидит. А, давай картошку сейчас. Будем картошку? Я уже съел. Как мало? Да? А? Ну что, вторую не ел? Ну, на подмогу и больше не идет Игорь барабан с гитарой. И баян. Ваня на баяне будет играть. Да не умеете помогать? Да, Ваня умеет, мы очень рады. И луна. Ну кто дядя Игоря встретит-то? Ну-ка сбегайте еще. Кто? Давай. Скорее.
Никого больше нет. Это папа? Потом мне место уступит. Дорога. Ладно? Он баян тащит. Нет, обучение это платно. Давай. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Проходи, долгожданный. Картошку поешь, вот. Ваня, а ты пропоешь, что умеешь. Игорь, сюда иди. Допустите, пожалуйста. Денечка, садись. Ой, плохо твое. А, ухо. Возьму. Вот он. Не знает. Не по глазам. Не по глазам. По гитаре его. Такой картошечка. Большой фиг, что ли? Мне надо флейту, скрипку, ну как, чтобы акустику играть. Когда моя мечта сбылась, Игорь Саш, учи флейту. Я поехал. Вот. Я принес сотка свободы тюрьма, нужна, нет? Нужна. Я убегаю. Где черный? Прося, иди сюда, в этот край. Еня, давай еще по картошке. Дядь, давайте я разнесу. Еня. Раз, картошечку. Полностью протеклась. Псалом 132 царя пророка Давида. Еня, где песенник? Песенник, который здесь был. Давай. И этот самый красный. А что это? Да, а здесь нет. Нет? Бороду Аронову, стекающий на края одежды его. Как краса ермонская, сходящая там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Аминь. Как хорошо и как приятно жить вместе. Это как драгоценные лилии на голове,
стекающий на бороду. Бороду Аронову, стекающий на края. Краса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Аллилуйя! Слава Христу! Что-нибудь играю, я отдохнул. Столько не играл. Давайте, вот просили. Христианин, неси огонь чудесный. Вот, посмотреть сейчас слова. Нам вляпаться. Речка чистая, какая красота. Сейчас вот эту песню споем.
летающих царь, на земле, как небеса, будь благословен. Всюду ты, о благой, слава тебе, во веки слава. Всюду ты, о благой, слава тебе, во веки слава. Что может быть круче?
заморили на стол. За лето 15 комиссионеров вякнули все это. Наутница громко потом над вышкою высокою высится крест. На тонком воздушном шесте в небесах при полной загрузке 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах. Лагерь стан в степи, на навозной куче. Что может быть круче? Громче. Утром подъем от 5 до 6. Сонда колодца едва растрясут. На сидящей гимнастике поливают карасин. За вчерашние провинности допросы и суд. Настала подтаенная сеткой крапивой. Кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет. Маленье Евангелие толкова с переливами. Бывают артисты, болеют весь день напролет. Лагерь стан в степи. Знай куче, что может быть круче. Нам есть что другим показать, не хвалят. Строгая дисциплина, порядок и после отбоя. Работают парни как мужики, протрезвясь. После 70-летнего угара запоя. Лагерь стан наш, не спутники, видят ангелы. Сколько слез покаянных, заброшенных хлеб за иголку. Много так много труда в злых дурных. Голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями. Слышал, цыгане поют. Вот у них в конце такие слова: он нас сделал родными, и хотя мы цыгане, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Маленько с акцентом так еще. Это где же вы так услышали? Вот в интернете я услышал. Вы говорите, какую песню я в интернете найду текст. Я вот Мани сердцем и что. А, это Мари, самое. Мари, а дыму Мари. Можно в костер, брат. Про сенокоста. Косарин. Косарин. Закусали супостаты.
Сейчас я найду ее, она у меня есть. Нет, черная. Как-то где-то она у меня есть. Им бы кончить работу свою. Я на милость твою. Вот она. Спаситель мой Господи. Сначала дубль второй, кадр первый. Снова? Мотор пошел. Ну, косари на лугу размахались острыми косами, что им божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость свою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, на милость, лишь только на милость свою. Я на милость свою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, на милость, лишь только на милость свою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты засудишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершён сенокос, только я невредимый стою. И как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Оставьте, неси домой, чтобы только Игнатия. Ой, я пойду домой. Съели уже. Все уже съели, сгорели. Все, правда. Горячая. Да пока не сидят. Еще есть. У меня три ведра. Игорь, ничего есть? Ничего. Я здесь нормально все. Здесь нормально. Завтра надо палатку поставить. Это Володя. А где у нас вас лагерь побудет? Дай дорожку.
Давайте сыграем. А где Виктор Николаевич, а? А, вот. Я пойду, у меня Акелина сейчас пойду. До свидания. Не-не, хочу увидеть все как днем. Проникновенно лучистым светом, он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега, я как сотрудник его посольства провозглашаю программу неба, он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега, я как сотрудник его посольства провозглашаю программу неба. Волю благую Господню знаю, он дал мне царственное гражданство. Я поднимаю любовь как знамя благословенного государства. Здесь на земле для меня лишь образ, лишь только образ родной отчизны. Я верю в Бога и в Божий образ, преображаюсь в духовной жизни. Здесь на земле для меня лишь образ, лишь только образ родной отчизны. Я верю в Бога и в Божий образ, преображаюсь в духовной жизни. Я верю в Бога и в Боге. Это кто там? Террористы, что ли, напали? Дядя Витя, у вас колеса сняли. Все, это... Кто там? Террорист напал. Держи вора! Держи вора. Так, ну что, еще поиграем или как? Поиграем давайте. А, Сергей Павлович? Что скажешь? Я сейчас подойду тогда. Подходи. Паша, машина угоняет. Няма-няма, лака-лака. Ну что ты, как маленький ребенок. А я кто? Верный пока. Шибко много воды лучше не давать. И то карасем станешь. Мне дай соль. Бери. Приехал. Сейчас дяде Мише я дам нашему оператору сегодняшнему. Он уже упрел тут с нами. Нам разрешили взять на время баян. Ух ты, у вас глаза красные. Да. Нам еще костер затушить. Зачерпальник. Еще не видать. Мальчики всегда первые во всем. Ты же пил? Я сейчас съем картошку и еще попью. Да, давай. Саки, дай. А потом Анфисе. Че с глазами? Да вон от фонарик. Это с этого, с колодца? Ну вот это, возле столика. Дай мне попить. Ой, ведро какой я тупица! Держи, с какого у тебя колодца? Ведро где? Возле скворечи. А? Ведро где с картошкой? Не понял. Ведро где с картошкой? А, мне положили кружку можно. Я не могу начать.
где-то вон стоит, нет? Вон, да, вот там. Нестор, неси. Сереж, вон. Зачем там нам сейчас такое? Ведь мы сейчас все лавим. Вов, а с этого, вот этого колодца воду берут, нет? С этого? Нет, пока нет. Мы только один раз вычерпали. А мне можно? Я и Клинка. Он сейчас будет. Леш, давай прыгнем через костер. Колодца? Что не то бывает, что перепрыгать в костёр? А это искусство. Дмитрий Николаевич долго там. А мне это наука. А у вас круглый или нет? Ну а как ты думаешь? Когда смотришь на нее, какая она? Я смотрю, круглая вроде бы. А если вот так вот смотреть, вроде бы овальная. Что держи? Я пищу, потому что я поел уже. Картошку так сухо. Дядь Володя, спаси Христос на картошку прям. Вкусная прям. Старался я, с Божьей помощью. Правда, запоздал, лично надо было пораньше выйти. Бог дал. Кто еще будет, Сергей Павлович, пил? Я попью потом. Кто не трус, кто перепрыгнет костер? Мистерок, куда ты? Я тебе дам попрыгнуть. Надо прыгнуть, где там сесть? Позевать. Дай соли мне, а? Вон а так. Соль? Боюсь. О, соль добрая вещь. Я обосрался. Да, дядя Володя? Да-да. Володя, а там есть картошка еще в костре? Так давай вот подкинем. Здесь. Нет, давай подкинем, я картошку не хочу. Давай подкинем. А, ну вот конечно. Здесь. Нет, мне надо обратно разобрать сейчас. Ага. Сейчас подкинем. Жалко, фонарика нет, я просто. Ничего не видать уже. Дайте посмотреть. Террорист. Я вот она, картошка, вот она. Не человек, да, и облокотилась на машинку. Она как закричала. У меня картошка, и у меня картошка полетела. Ой, не говори, а я думала, что это Николаевич ушел, и я бегом туда. Попалась, наверное, на себе, да? Попалась. Она только наклонилась, и все, и попалась. Никак она не может не попасть. У вас сигнализация не помогает. Видишь, как получается. Володь, ну что, мы поедем еще, и все, домой идем. Давай, молиться. Если вот так приблизишься, так вот. Нет, видишь, как ты хорошо освещаешь. У меня аж картошка полезла вся из костра. Вот она наша. Из комаров мало. Хорошенькая. Ну, попадается даже сыровато, потому что три ведра закинулся. Заключительную песню предлагается спеть, пасхальную. Нет, это не пасхальная, неправильно. Это не пасхальная. Не сказка это, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест. И мертвым был во гроб положен с древа. И в третий день из мертвых он воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пенье птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Пусть слышится под сводами небес горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес. Нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичек слышится. Воистину воскрес цветы твердят. Все должны петь. Если не поете, мы еще раз ее будем петь. И так, да, пока, я буду подходить к каждому и светить в лицо. Не скрыть, не удержать нам этой радости. Сломаешь. Мы
мы торжествуем. Пойте, пойте. Воскрес, вынес нас на небес. Воистину воскрес он не для вас. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам в пенье птичьем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воистину воскрес, не легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пенье птичьем слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Христос воскресе! Христос воскресе! Ой! Еще? Давайте. Продолжаем? Ага. Да. Не спите? А я икаю! Не спите только, а то в огонь упадете. А я икаю от радости. Так, помните, дети лагерные и не лагерные, всякого рода. Я хочу прославить Господа Христа. Я хочу прославить Господа Христа за Его любовь к нам, за Его дела. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Всегда со мною рядышком идет, крепкою рукою он меня ведет. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Взрослые и дети любит вас Христос, людям всем на свете радость Он принес. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Только с Иисусом не страшна беда, только с Иисусом счастлив я всегда. Предлагай. Ангелы в небе. Вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, в хоре искупленных, спасенных быть, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, все подарить. Вечная слава, слава Христу, слава Христу, вечная слава. Вечная слава, слава Христу. Чудный прославленный, царственный Божий Сын, в небе Христос Господь, в небе нас ждет, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, слава.
славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Гитара как нагрелась, а? Битва хорошо, видишь, что плавится стрим. Песни поют и Иерусалим, и Иерусалим, ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, и Иерусалим. Золотом окружен город тот прекрасный, лишь тебе и Иерусалим. Вечно буду счастлив, жизнь мою преобрази здесь, в земной долине, чтобы мне покой найти в Иерусалиме. Болезней там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим, Иерусалим, ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Братья мои, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стала нам в небеса дорога. Болезней там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, и Иерусалим. Разогрелась сильно. Надежда Васильевна, пойте вашу. Давайте, а у меня как раз это отдохнут маленько. Я могу поспать. Да ты пой с нами, тебе спать не будет хотеть. Да? Ближе стань сюда, вот здесь. И посмотрим, наберет ли вас ролик миллион просмотров. Дайте минуту. Будете вы популярны в интернете. Подпевать нам, наоборот, вы станете известны. Вы что? Ну да. Давай. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Божественным призывом пренебрежешь, не приняв Его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь?
Христа, неужели уйдешь? На меня смотрите. Да? Так я невозможно, потому что глаза прямо. Глаза балаболят. Неужели уйдешь, он ведь другом твоим? Я слова дальше не знаю, на нем в машине там лежит. Да, миллион просмотров от беспечных. А вот это горе. Пусть услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Тихий голос Христа за собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Я колени склоню, и раскроется небо, дивный Господа край, где не гаснет заря, и согреется сердце живительным светом, и исполнится сил новой верой горя, и согреется сердце живительным светом, и наполнится сил новой верой горя. Я колени склоню и увижу так ясно заблуждения свои и ошибки в пути. Я пойму, что Христос был мне светом в Евангелии, нес меня на руках и без гнева простил. Я пойму, что Христос был мне светом ненастье, нес меня на руках и без гнева простил. Я колени склоню, пусть услышит Всевышний благодарность мою и печали мои. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Тихий голос Христа над собою услышу. Тихий голос Христа, голос вечной любви. Я учила, я колени склоню, я колени склоню. Ну, там, по-другому немножко, наверное, перевод. Оно и так и так. Дядь Вить, а посмотрите, где я. Надеюсь, в мраке скитался, на путях греховных я, жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я искал, кто мне поможет, жизнь мою движет кто. И услышал голос Божий, я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно, о, как
сладок голос Божий, я люблю тебя давно. Он меня с любовью принял, я всех грехов помыл. Я к ногам Его склонился и за все благодарил. Я на пажитях Его постоянно слышу голос, я люблю тебя давно, так давно, так давно, я люблю тебя давно, о, как сладок голос Божий, я люблю тебя давно. Сладок голос Божий, я люблю тебя давно. О, как сладок голос Божий, я люблю тебя давно. Домой. Домой, хвали, хвали. Дядь Володя. Ай, тут комары чесают. Вон их вот возле меня сколько. Ну давайте, Виктор Николаевич, собираемся. Все, ребята. Они уже по жердочкам садятся. Да. Как курочка. А то я уже сменила уже песню. Здесь вот помолимся, сюда подходите. На молитву. Встанем все на молитву. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешителю души и стены, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жизнеподателю, приди, вселися мы, и очисти нас всякие скверны. И спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же есть и на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его, и да бежат от лица Его все ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут бесы от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем веселья глаголющих. Радуйся, пречестный, животворящий крест Господень, прогоняя бесы силу на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьявола, и даровавшего нам крест вычестный на прогнание всякого супостата. О, пречестный животворящий крест Господень, помогай мне со престой Госпожой Девы Богородицу и со всеми святыми во веки. Аминь. Благодарим Тебя, Господи, за тихое мирное время, за эту возможность благодарить Тебя и прославлять имя Твое святое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети, Господи, нищих, сирот, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милостыню. Посети православных христиан, страдающих на Украине и в других частях мира. Господи, помоги им устоять в вере,
и нас помилуй милости Твоей ради. Научи нас ценить это тихое мирное время. За все Тебя благодарим. Сохрани нас, Господи, при расхождении. Даруй тихую спокойную ночь. Поставь свою невидимую охрану над каждой душой христианской. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аллилуйя. С миром Божиим расходимся по домам. Кого из деревенских я могу подвести тут? Надежда Васильевна сейчас поведет. О, это не ко мне, дядя Володя. Дядя Володя здесь. Да, дядя Володя. Ну фотоаппарат зарядите. Все. Я вам в карман его положу, где его карманчик.